худенькие, но живые. 14-летняя Полина Мацвейко уверенно читает монолог со сцены театра клуба «Страна развлечений». Восьмиклассница занимается здесь уже полгода. Рассказывает, что искала кружок актерского мастерства рядом с домом. Потому, когда узнала, что в Доме культуры «Контакт» ведут театральные уроки для школьников, то очень обрадовалась этому. Мне с детства очень нравятся фильмы, мне очень нравится ходить в театры. Я с раннего детства хотела попробовать себя в актерском искусстве. И вот появилась такая возможность, что же ее упускать. Театральный монолог стал частью насыщенной программы открытого урока актерского мастерства. Вот, например, преподаватель показывает детям и их родителям упражнения для контроля мимики, речи и интерактивы на развитие фантазии. Надбровные дуги, крылья носа, щеки, губы, подбородок. Все полностью напряжено. Усиливаем. Раз, два, три, четыре. Бросили. В театр-клубе «Страна развлечений» научились начальным навыкам актерского мастерства уже несколько поколений школьников. Кто-то, как отмечают организаторы, решил связать свою жизнь с творчеством и поступил в театральные вузы. А для других клуб стал местом, где можно научиться общаться со сверстниками. Дети раскрепощаются, дети учатся правильно говорить, дети учатся читать и понимать литературу. Дети замкнутые становятся более открытыми, общаются между собой. Работая над костюмами, работая над декорациями, конечно, учатся делать что-то своими руками. Так, давай. Участники клуба совместно с преподавателями поставили уже 7 авторских спектаклей. Эти представления юные артисты регулярно демонстрируют в стенах Дома культуры «Контакт». Участники театр-клуба сами себя называют маленьким театром, но творческие планы у них большие. Мы постараемся сделать спектакль к Новому году, сказочный для детей. Потом традиционно мы показываем 30 апреля всегда мы показываем сказку «Маленькая баба-яга». Ну и в конце сезона тоже обычно какой-то спектакль. Открытый урок «Страны развлечений» в стенах ДК «Контакт» подходит к концу. Он носил в первую очередь, конечно, образовательный характер. Но целью именно этой встречи было не только научить ребят основам актерского мастерства, но и привлечь в клуб новых участников. Записаться в «Страну развлечений» может любой желающий. Андрей Панченко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.